А перед началом ролика я хочу порекомендовать вам лучшую группу турниров и лиг по UFC 3. Только что у них была запущена лига, и на данный момент у них заполнено уже 3 весовые категории. По итогам сезона планируются призы лучшим игрокам. Больше говорить ничего не стану, так как вы можете все сами оценить, перейдя по ссылке в описании. А также не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте. Итак, друзья, всем привет, с вами как всегда Антон, это будет ролик нового формата, назовем его челлендж. Мой фотошопер дал мне такое задание, чтобы я победил бота, профессионального бота, но сделал ему такую модификацию, в которой он будет обладать самыми сильными ударами. То есть у него, его сила ударов идет как максимум. То есть сейчас я вам покажу, где вот это вот настраивается, да. Вот он, урон. Урон компа идет на максимум. Мой урон сначала я пробовал ставить на низкую, но на низкую, ребят, это просто уже что-то фееричное. Я буду пробовать это сделать. Здесь у нас ровно 7 палочек. То есть если мы сейчас нажмем play, то вот я начинаю, да, считать. Давайте заново. Смотрите, раз. Давайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, у вас будет 7 палочек. Вы играете за Конора Макгрегора. Компьютер играет за хукера. Вам нужно вырубить компьютера быстрее, чем я. Первый раз я его вырубил за 20 секунд до конца первого раунда. Вы видите, как я там радуюсь. Я играл ровно 5 часов где-то. Если не быть пиздоболом, то вот они видеоролики. 2.05, час 53 и 40 минут еще здесь. И еще помимо этого я играл, наверное, час. Около 6 часов я пытался выполнить этот челлендж. И в конце концов понял, как нужно действовать. И у вас будут подсказки. Вы будете видеть мой ролик, вот, который мы сейчас просмотрим. Здесь я вырубил. И дальше я вот начинаю играть против кукера. Ну, просто мне показалось то, что 20 секунд после того, как я понял, как это все сделать, я решил улучшить свой результат для того, чтобы вам не так слишком легко было, потому что, ну, хорошие игроки, которые профессионалы, которые реально понимают, как это делать, они сразу увидят, что я сейчас делаю, они вырубят его, могут вырубить его намного быстрее. Но сейчас я объявлю правила, чтобы вам забрать 1000 рублей. Вам нужно скинуть мне видос без всяких склеек. То есть, если вы записываете на Соньке, вам нужно... Вот я даже не знаю как. Ну, вам нужно сделать так, чтобы, ну, не было склеек. То есть, я буду смотреть. Если я не найду, и ты будешь первым, то я тебе скину 1000 рублей. Или на карту, или на киви. Мне самому просто интересно. И вы одновременно научитесь играть на самом деле и пробивать вот правильные хуки. Потому что, если ты не будешь пробивать правильные хуки и апперкоты, то бота ты 100% не выиграешь. Поверьте мне, сейчас вам кажется, что это легко, но это уже я... Вот, один удар решает все. Он может меня просто вырубить. Сначала вообще я пытался как-то его сушить, да, но у меня не получалось. И как видите, я закончил 3 минуты ровно. 3 минуты ровно одного раунда я оставил. Хорошо было бы, если бы вы скинули мне видео, где полностью проходит вот эта заставка, которую вы сейчас видите, да, перед своими глазами. Вот, это все тут поднимают. Потом вы просто выходите в меню. Вот эти все загрузки раз идут. Все это я посмотрю. Потом вы заходите удары и стойки. Вы деретесь здесь, кстати. Вы деретесь не просто бой, а удары и стойки, чтобы вы дрались по правилам только стойки. У вас не будет партера, клинча и тому подобное. Вы сюда сразу же заходите, потому что сохранения остаются. Сохранения будут оставаться. Вот как я сделал. Профи, 3 раунда. Ускоренный. Расход выносливости одинаковый. И вот, вот так вот показываете 7 палочек. И получаете свой выигрыш, если вы вырубаете хукера быстрее, чем я. Но скажу так, что ребят, это просто, ну, невыносимое, короче, дерьмо. Я могу это сравнить только с тем, что, знаете, как боссы, короче. Для меня это было уже принципиально. Я потратил на это весь день. Можете сказать там, что я дурачок, но вообще я ютубер, а ютуберы, мне кажется, все дурачки. Вот если контент какой-то делать, и мне было интересно, я... Просто побеждал, наверное, как босса в Dark Souls вот в этих играх. Это была жесточайшая заруба, мне нужно было понять. Я понял тактику, которой нужно придерживаться. Я говорю, у меня было 10 тактик.
Я сначала смотрел, что делает бот. Пытался, короче, знаете, как его вырубить? Пытался вырубить его через middle kick. Он бьет мне middle kick, я его ловлю, пробиваю удар рукой и потом high kick. Я не получалось его вырубить, потому что у меня слабые удары. То есть, и это ушло на задний план. Потом я пытался его высушить, но когда ты его сушишь, ты переходишь во второй раунд, и там уже, вот у него выносливость где-то здесь, ты его можешь вырубить. Но челлендж ты не пройдешь, потому что тебе нужно его вырубить за 2 минуты первого раунда игрового времени, пацаны. Это очень тяжело, каждая ошибка, если вы начнете это делать, вы поймете, каждая ошибка он тебя срубит. То есть он тебя срубает просто один middle kick в корпус, у тебя нету жизни, у тебя сразу грок. Один high kick, ты умираешь. Один overhand, ты умираешь. Два хука, ты умираешь. То есть тут вообще ошибок не должно быть, и здесь вы одновременно научитесь играть в корпусом, двигать, и одновременно научитесь бить правильно хуками, апперкотами и правильно заходить. То есть выигрывать размен. Ребята, надеюсь, что идея вам понравилась, потому что я... ну просто сильно сам загорелся победить его, и у меня это получилось. Вот, писался я тут с Егоркой, тоже с топовым игроком, но Егор сказал, типа, ты не выиграешь, короче. Вот, ты не выиграешь, и меня это еще больше, знаете, так подбило. И я прям сидел до конца, башка просто реально болела, но я уже знал, к чему я иду и как нужно делать. И я улучшил, наверное, за 40 минут свой результат с 20 секунд до 3. Я, наверное, могу его вырубить за минуту первую. Если получится, если, конечно, это все будет удачно. Неважно, как его вырубите. Это будет, то есть, как это правильно сказать, Lucky Punch, похеру вообще. 4 минуты, 4.30, вообще насрать. Это, поверьте мне, не повезет. Из игр, наверное, 400, сколько я сегодня сыграл за 6 часов, мне повезло несколько раз, и то я его все равно не убиваю. Потому что тебе не хватает тупо, ну, силы удара. Вот и все. С вами был Антон. А, нет, не с вами был Антон. Вам, короче, нужно скинуть этот результат мне в группу. В группе я создам пост, который провисит ровно неделю. Вот, вы можете прям туда в комментарии писать. Первый игрок, который реально это сделает и который мне понравится видос, то есть именно я не увижу. То есть у меня есть фотошопер Женька, он хорошо тоже разбирается в монтировании, посмотрим. То есть просто если проходит ролик, мы говорим, типа, да, здесь ну, ничего подозрительного нету. Мы тебе оплатим 1000 рублей. Я думаю, что это приятный такой бонус. И, блин, тебе интересно будет, потому что все пытаются как-то, знаете, научиться играть. Вот. И ты еще можешь просто заработать кусочек. Вот и все. Пацаны, с вами был Антон. Всем всего хорошего и до скорых встреч, друзья.